хочешь увидеть внутренности Вольтриека? Тогда ставь лайк, подписывайся и погнали! Привет! Ты на канале Team Vintage! В прошлом видео у меня на части развалился Вольтриек 4. Оказывается, с него слетел вот этот винтик. Сейчас я попробую отремонтировать вот этот бей и заодно посмотрим, что у него внутри. Вам интересно? Мне да! Раскручиваем первый винтик. И второй винтик. Потихоньку открываем. Ох ты ж, оказывается, Вольтриек 4 состоит из мелких деталей. Вот одна из трех. Давайте уберем все красные детальки. Вот. И вот. Ну что, готовы увидеть Вольтриека в разобранном виде? Та-дам! Вот это круто! А вы когда-нибудь разбирали Бейблейд? Напишите мне в комментариях. Ну а теперь будем складывать. Воскресный конкурс и приветики! Привет, друзья! Сегодня я помогу Тиме провести розыгрыш на Экскалиуса синего и Спрайзена легендарного, а затем мы объявим новый конкурс. Тимофей, нажимай, поехали! Так, сейчас программа будет собирать ваши комментарии, и кто-то выиграет синего Экскалиуса. Привет, я Саша, хочу победить. Сейчас мы проверим, открыты ли у Саши подписки, потому что это одно из условий нашего конкурса. Да, Тимофей? Да. Смотрим. Ну, Саша открыл подписки, и Саша подписки не открыл. Что ж, продолжаем дальше. Тимофей, выбираем дальше победителя. Рандом собирает. И это Кирилл Бабко. Посмотрим, Кирилл открыл подписки или нет. Все видео Кирилла, все плейлисты, а подписок нету, к сожалению. Что ж, едем дальше. Ищем нашего победителя на Экскалиуса синего. Поехали. Кто же это будет, Тим? Как ты думаешь, девочка, мальчик? Не знаю. И это Дима Бёрст. Сейчас
мы проверим подписки Димы и увидим, может, это наш победитель. Ну? Все видео, прекрасно, все плейлисты, подписки открыты, ура! Сейчас мы будем искать сами себя. Где у нас тут Тим Витыч? Открываем подписки. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот, вот Тим, да. Витыч. Что ж, Дима, мы тебя поздравляем. Напиши нам, пожалуйста, свои координаты, куда мы можем выслать тебе экскалибурса синего. А мы продолжаем дальше и ищем победителя на спрайзена легендарного. Поехали, Тимофей. Кто сейчас у нас будет победителем? Комментариев очень много. И это Ярик Плей. Так, Ярослав Кривой Рог. Смотрим. Ярослав. Подписки. У Ярослава подписки открыты. И мы сейчас увидим, подписан ли Ярослав на нас. Смотрим, смотрим, смотрим. Где же Тим Витыч? Ой, извиняюсь. Вот Тим Витыч, да. Есть. И Ярослав получает спрайзена легендарного. Поздравляю вас! Напишите на электронную почту, и мы вам вышлем вот эти призы. А теперь я объявляю конкурс на спрайзен реквием. Условия все те же. Подписки должны быть открыты. Запиши свое в комментарии имя и выигрывай. А теперь приветики. Кто хочет, чтобы я вам передал привет, напишите в комментарии. Паша из Якутска, привет. Росик из Днепра, привет. Никита из Очакова, привет. Назар Ружинский, привет. Фри и Фафнир, привет. Ксения Орлова, привет. Демирель из Киева, привет. Максим из города Кудымкар, привет. Женя Дикань, привет. Данил Солдатов, привет. Ярослав и Людмила Роскошная, привет. Привет Артему Павлову. Назар из города Хустятин, привет. Сергей Сидоренко, привет. Тимур Хафизов, привет. Роке и Кирюша, привет. Артем Борзов, привет! Пока-пока! Всем хорошего дня, настроения и пока-пока!